Ну что, здорово, народ, у микрофона, как обычно, я Стриж. Я решил немножко пересобрать свою сборочку, которая называется «Реалистичная сборка для GTA Sam». Немножко пофиксил проблему с тенями, которые пропадали. Проблема до конца не решилась, но хотя бы поменьше стали пропадать тени, что уже довольно хорошо. Но в любом случае, спасибо всем людям, которые мне помогли решить эту проблему с тенями. Реально огромное спасибо. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него будет в описании под этим видео. Ну и также, чтобы потом не было лишних вопросов по типу «Как удалить это, как пофиксить то», досмотрите это видео до конца, и там будут все ответы. Об этом я сразу говорю в начале видео, чтобы потом вы не удивлялись, а почему же я вас игнорирую ВКонтакте и не помогаю решить проблемы. Я один, а вас много, поэтому ответы только в видеоролике. Ну что, пойдем как обычно по классике, начнем с скинов. Сразу скажу, что здесь скины и LSPD, и LSSD. Я решил не делать сборку, в которой будет только один департамент, а решил сделать сразу два, но машины, к сожалению, будет только одного департамента, а именно LSSD. Я, конечно, мог запариться и сделать в модлоудере два карпака, которым можно было переключать, но вопрос, кому оно надо? Переходим теперь к машинкам. Сейчас вы можете наблюдать полицейские машины, которые стоят в ряд. Ну а пока я буду вам показывать эти машины, напоминаю, что я играю на Trinity RP. Все подробности о проекте имеются в описании под этим видео. И там же мой рабочий промокод #Stridge, который даст вам $50,000. Это довольно много на Trinity RP. Ну и также наша фракция LSSD сейчас набирает активных игроков, поэтому если ты имеешь много опыта, то можешь подать заявление по программе Back Home, и в случае одобрения ты станешь новым членом нашего комьюнити. Между прочим, в этой сборке я не оставил стороной пожарный департамент, также поставил свою заменку на амбуланс с рабочими маячками, и также заменку на пожарную машину, которая также работает с рабочими маячками. Я думаю, тем, кто играет в LSVD, будет очень приятно, потому что пожарному департаменту действительно уделяют очень мало времени в каких-либо сборках, либо вообще их просто пропускают и не дают им ничего. Поэтому я решил сделать вот так вот, ну и чисто для визуала, когда пожарные приезжают на ситуации к полицейским, это тоже выглядит красиво. Ну и само собой поставил простенький unmarked старенький доджик, поэтому просто пусть будет, да и все. Также в эту сборку я добавил полицейский вертолет с заменкой LSSD. В этот раз вертолет без багов, то есть у него лопасти работают нормально с этой графикой, потому что в прошлой сборке были лопасти белые и работали вообще некорректно. Теперь вертолет тоже выглядит довольно красиво, играбельно, но в целом больше сказать про него и нечего. Что могу сказать по скриптам? Скрипты особо не изменились. Я также оставил скрипт под названием Milio Mod, который позволяет зациклить время и погоду. Например, если вы играете на гамбите, это очень даже полезно, потому что там, если вы меняете погоду, то она сразу сбивается на ту, которая зациклена сервером. Ну и также этот Milio Mod полезен тем, что вы можете делать таймлапс, а именно ускоренное время в 1 секунду, и посмотреть, как выглядит погода в то или иное время суток. Короче, очень полезный мод, если вы хотите играть с какой-то зацикленной погодой красивой и именно нужным вам временем. Про графику особо говорить мне нечего, вы и так можете эту графику наблюдать в ходе всего этого ролика. Особенные погоды я могу отметить, это погода под номером 1, когда включены динамические облака и они красиво переливаются. И также погода номер 8, а именно дождь. С этим дождем я выкладывал ролик в патруле в гетто, вы можете посмотреть, если кому-то интересно. Короче, погода с дождем здесь выглядит максимально красиво, прямо как в GTA 5. И капли дождя тоже отлично проработаны, то есть они не такие ублюдские, а максимально красивые. Что касаемо оружия, они особо не поменялись, поменялось только М4 и скорострельный дробовик, который используется как тайзер на Trinity RP. Изначально, если что, сборочка делалась по Trinity, поэтому если у вас что-то не будет работать на других проектах, уж извините, под другие проекты мне оптимизировать сборку смысла никакого не имеется. Про оружие не вижу смысла говорить что-то долго, оружие как оружие, но единственное, что могу отметить, что заменены анимации при стрельбе с какого-либо оружия. Например, при стрельбе с пистолета он не уводит дуло вверх, а стреляет как нужно, именно прямо. Ну а теперь ответы на вопросы. Под прошлой сборкой мне писали по типу, как удалить этот Milio мод, у меня зациклена погода и зациклено время, как мне это исправить? Ребят, ничего сложного, если вам этот мод не нравится, заходите в папку Sam Funks и просто удаляете файл Milio Mod
и все. Ну а если кому-то нужна инструкция, как пользоваться этим модом, менять время и погоду, вы можете это делать через TXD файл, который находится также в этой папке Million Mod через сам функс, либо же это делать прямо в игре. Подробная инструкция именно этих команд будет в закрепленном комментарии. Ну а теперь на вопрос, что делать, если сборка крашит. Да ничего, мне писать в личку не нужно. Ребята, насчет краши проблема у всех индивидуальная. Напоминаю, что игра 2004 года, она крайне нестабильна на новой модификации. А уж тем более, здесь стоит графика, которая потребляет много ресурсов вашего компьютера. Да и сама эта графика конфликтует с другими модами, которые вы будете ставить на эту сборку. Поэтому лучше ничего не меняйте. Ну а если вы все-таки решите что-то поменять, то делайте это на свой страх и риск. И если будет все-таки крашить, ребята, не надо мне писать. Я в любом случае не отвечу и не помогу. Ну а на этом все, я буду заканчивать этот ролик. Напоминаю, что я играю на Trinity RP, начинайте играть со мной вместе. Нам нужны люди сейчас во фракцию LSSD, подавайте заявление по программе Backhome и начинайте играть с нами. Ну и конечно, вводите мой промокод #Strish, если вы только начинаете играть на Trinity RP, это даст вам 50 тысяч долларов на проекте. Ну а у микрофона был я, Strish, ссылочка на сборку в описании под этим видео, и всем пока-пока.